Это воскресенье. Открывают ворота. Машина подъезжают. Вот сейчас можем заснять утреннее, как. Вон там сколько сидит, вылазит. Привезли. Я пока дома нахожусь. А там видно, вон идут люди. Наружное наблюдение называется. А дальше-то куда идет? А дальше вот оно где. Вот оно. Вот они проходят. Заходят в храм. Вон там видно еще, и кто-то идет. Вот, подходит. Там некоторые привозят, а сами уходят. Вот тут машину ставят. Вот видно. Заезжают. Володя там принимает. Обиходит. Такой крупный разговор сегодня опять тут был. Как люди верят всякой лжи. Вот человек там идет, скрывается, а теперь его вот здесь можно увидеть. Если двое снимает, я бы этот кадр увеличивал. Тут было бы больше видно. И наш мимо кто-то прошел. Вот он, этот человек идет. То у меня руки так трясутся, а так-то бы хорошо было. Похоже на Виктора Андреевича. Это, может быть, его сестра родная идет. Надежда Андреевна. Ну да. Вот оно, здесь вот это входит другое. Это учитывая, что в темноте совсем, еще темно. И хоть что-то видно. Но оно сильно какой-то лучи такие освещают. И главное, сами прекращают освещение, как только достаточный солнечный свет. Вон там видно, что мигает свет. Это означает, машина идет.
Сегодня одного брата не будет, Севастьяна. Поехал, говорит, в Новосибирск. Там Ник Вуйчич приехал что-то детям показать. Да, что это, зверинец какой, что ли, уйти показать? Я никак не пойму. Зачем? Что он выступает где-то, можно посмотреть. Ехать такую даль, тут 250 километров, и ни с чем приехать. И там людей будет много. Миллионы в город, больше 2 миллиона Новосибирск. Все машины подъезжают. Ехать. Да лучше ты ему открой, там что он делает. Я говорю, покажи, как на арене он борется, как выступает. И он один такой. И ехать туда совершенно незачем. Вот они, машины вперед проходят. Нет, я обещал. Ну, обещал, да приди, скажи, я разобрался. Дорога скользкая, гололед. 500 километров будет ехать. А зачем? Зачем? А просто незачем. Дети, они что это? Они, дети-то у тебя нормальные. И поэтому им никак это не относится. А ты так покажи. Мы же многое не видим, где-то не были. Смотрим, как львы нападают на косули. Ну, сейчас сегодня в интернете все есть. Сказал бы, если нет, то дело другое. А то есть. Нет, не слушается никто. Не дай бог, что случится. И будут говорить, неужели никто не мог сказать? Это Костя Дмуха пошел. Никак слова эти не действуют. Если что-то, то ли близко из-за того, что... А вот они где. Тут видно, на другом машины подходят, светят. Ну это так светит, это, ну, на экране-то лучше видно. Если бы кто-то тут еще увеличивал, ну тут тогда вопрос бы вообще. Я мог бы делать, но тут один. Снимаешь, руки заняты, а там это другая мышка на аппаратуру, на эту. Николай Леонов, я ему говорил насчет войны, не воевать. А он не послушался. Я еще в дороге был, мне сообщают, его убили. Взявший меч от меча погибнет, ты для себя принимай. Ведущий плен, сам пойдешь в плен. О, прям на глазах залетали. Это выходит, прям сейчас вот именно снег пошел, а он фиксирует все. Пушинки какие. Малейшики идут. Ну тут как бы плохо снимать. Все, собираюсь. Вот он, экран весь как выглядит.